Система готова к работе в режиме маршрут.
впереди желтый. Уважаемые пассажиры, при высадке из вагона не стойте у края платформы. Не мешайте машинисту контролировать закрытие дверей. Уважаемые пассажиры, в целях предотвращения возможности террористических актов и обеспечения безопасности ОАО «Российские железные дороги» призывает вас быть бдительными. Если вы обратили внимание на подозрительных лиц или обнаружили забытые бесхозные вещи, немедленно сообщите об этом сотрудникам полиции или работникам железнодорожного транспорта. Уважаемые пассажиры, электропоезд следует до станции Казанский вокзал со всеми остановками, кроме Подосинки, Анциферова, Шевлягина, Игнатьева, платформа 55-й километр. Платформа 52-й километр. Платформа 41-й километр. Хрипань. Вишняки. Фрезер. Следующая остановка – Воймежный. Осторожно, двери закрываются.
Воинежный. Следующая остановка – Туганесье. Следующая остановка – Туголесье. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, двери нашего поезда автоматические. Во избежание несчастных случаев не прислоняйтесь к дверям, не высовывайтесь из окон, не задерживайтесь в багажнике и высыпьте.
Следующая остановка – Кривандина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Ботина. Уважаемые пассажиры, УАО «Центральная трёхзвёздная пассажирская компания» предупреждает вас об участившихся случаях и санкционировании торговли в пригородных электропоездах. Напоминаем вам, что приобретая товары сомнительного качества, вы подвергаете свою жизнь и здоровье опасности. При выявлении случаев незаконной торговли просим вас незамедлительно сообщать об этом сотрудникам транспортной полиции. Следующая остановка – Ботина. Осторожно, двери закрываются.